Я в таком тильте был, когда меня толкнул мужик, и я поднимаю телефон, это очередное падение, и он, скорее всего, уже не выдержит. И я просто, знаете, вот так поворачиваюсь на этого мужика, вот так смотрю ему в спину, и вот так... Отпраздновали хорошо, спокойненько. Просто покушали. Насчет Нового года, у меня что не было, и скорее всего уже и не будет ощущения Нового года. Был день, когда мы встретились, пожрали плотненько и все. У меня такая морда сонная, потому что я только проснулся. Не оборачивайся назад, я не буду. Не буду. Кстати, чтобы вы понимали, я вчера был в тильте из-за того, что подумал, что я потерял хаги-ваги. Когда доставал свет, хаги-ваги, оказывается, в рюкзаке лежал. Я уже думал, все. Фу, тилт. Новый год не удался, потерял хаги-ваги. Но нет. Пил вчера. Я пил много воды, сока. Но больше всего я выпил алоэ. Алоэ сок. Хаги-ваги бухал весь синий. Он вообще синячил люто. У меня еще насморк. Потому что я в шортах выходил и Илюху встречал. Let's go. А вы чё? Тоже дома хикуете? Да? Что с телефоном? Да ничего, как и было, вот. Wi-Fi не работает, Bluetooth включается, но не грузится. Ну, типа, периодически, если перезагружать очень часто, то есть шанс, что он включает Wi-Fi, но хватает на 5 минут, и он опять выключает. Короче, поломался. Я в таком тильте был, когда меня толкнул мужик, и я поднимаю телефон, понимаю, что у меня сейчас не будет работать Wi-Fi, скорее всего, потому что очередное падение, и он, скорее всего, уже не выдержит. И я просто, знаете, вот так поворачиваюсь на этого мужика. О! Блядский ты хаги-ваги. Поворачиваюсь на этого мужика, вот так смотрю ему в спину. И вот так. Ну, короче, я был вообще в тильте. Фу, классные хаги-ваги, как отпраздновали? Отпраздновали хорошо, спокойненько. Просто покушали. Все позвонили родителям там и так далее, кроме меня. Я в Новый год вообще телефон не брал, типа. Так, типа, зашел куда-то там чуть-чуть, там сторисы посмотрел, где-то ответил. И все, а так все это время я просто жрал, готовил кушать, уснул, поспал, потом проснулся, еще покушал. Ну, в общем, такая суета. Чисто хавал. По тебе видно. То, что я много пил и ел. Я жидкости очень много выпил. Почему Жужо не позвали? Я звал Жужо. Ну, вернее, я сказал, после НГ, если будешь свободен, там, что-то нечего будет делать, то пиши. Вот, он сказал, я к родителям. Я такой, ну ладно, с родителями, так с родителями. Бухал, честно? Нет, я ни глоточки не сделал. Я не пил алкоголь вообще. Честно скажи, я ничего не сделаю. Я чисто, знаете, как мама, которая... Вот, ну просто честно скажи, пил или нет. Ты такой, нет. Ну честно, вот я вообще ничего тебе не сделаю, это просто спрошу. Я такой, пил, и тебе сходу вот так, ну... Бам, боковой джепчик. Ой, не джепчик, а хук такой справа прослетит в челюху. А шо вы как эти? Да ёпта, у меня уже три предмета выпало из мусорки. Я кидаю, и они отскоком вылетают. Ну сейчас чуть-чуть пивасика заглушим. Вот. Минеральная водичка за вас. Выглядишь хуёво, походу, норма Тейти. Да я проснулся только, я только встал. Я проснулся в час, я был в плюс-минус бодрячком, но я понимал, что я мало поспал, потому что я лег в 5 или в 6. Поспал 5-6 часов, 6-7 часов. И учитывая то, сколько я спал до этого, там по 3-4 часа, я подумал, что мне этого не хватит, и решил отоспаться еще.
не оборачивайся сзади, хаги-лаги. Ребят, я вижу его в отражении, не хочу поворачиваться, чтобы не пугаться. Когда ответят на Google форму, не знаю, чел говорит, что, ну, типа, что тихо, что типа их отправляет. И, походу, мне придется реально самому все эти кепки забирать и отправлять. Бери телефон из кадра. Надо, это второй, который мне приходится пользоваться. Я бы этим смог продолжать пользоваться, но у меня дома, допустим, не ловит 3G. Я вот, ну, сейчас он просто, он не работает. Тут Ешка ловит, но она не грузит. Починить стоить будет, если не у официалов, не у рестора. Wi-Fi и Bluetooth, это нужно поменять просто полностью заднюю панель. Это около 20... Я думаю, около 20 тысяч. Всю заднюю часть поменять. Ку, разбили телефон? Да не, он... По состоянию-то целый. Вот. Фулл целый. Экранчик целый. Видите? Тут целый. Все, он фулл живой. Только не работает Wi-Fi и Bluetooth. Короче, насчет Нового года у меня что не было, что нет, и скорее всего уже и не будет ощущения Нового года. Это просто был день, когда мы встретились с ребятами. Пожрали плотненько и все. Просто раздали плотный хавчик, поели, хорошо провели время и по домам спать. Ну, типа у нас так раз в месяц, раз в два месяца бывают такие вечера, когда мы просто собираемся там у кого-то или где-то, пожрем и все. Вот, и, короче, мне, чтобы вы понимали, я сидел в Новый год, смотрел статистику. Алло, нормально? Походу, еще микрофон начинает ломаться. У меня все начинает ломаться. На баре синем мы танцуем под пинимал. Сань, ты занимался 14 лет тэквондо. И вопрос, есть ли у тебя какое-нибудь звание мастер, чемпион? Чемпион по шахматам я. Ну, чемпион двора, я не знаю. Может быть, такое звание. Звание попуска, слышь ты? Чел, ты рассказывал что-то? Я уже забыл. Короче, мне настолько было похер на Новый год. Ну, именно на сам праздник, что у меня нет новогоднего настроения и так далее, что я просто... что и в Новый год, что в обычные дни сижу, смотрю статистику Твича и сижу, думаю, блин, вот лучше бы сейчас... Ну, не то, что лучше бы сейчас, вот бы сейчас там постримить пойти или завтра... Ну, что завтра будут стримить. Ну, короче, у меня вот такие мысли были. Короче... У меня как будто все еще ощущение, будто я не заслужил отдыха, вот. Реально. Это уже очень долго длится. Я не хочу отдыхать, потому что мне кажется, что я не заслужил. Заслужил? Да не, я заслужил, когда... Когда, не знаю. Вот когда смогу спокойно вот так взять и купить себе машину какую-нибудь. Или спокойно могу взять и купить Кае машину. Или спокойно взять и купить маме машину. Или спокойно взять и купить себе квартиру. Или спокойно взять и купить себе дом. Желаю больше секса в этом году. Ого. Каюшка, готовься. Еще вчера фартануло, я... У меня так какишей много было на Новый год. Я за время, сколько мы были у Влада, там за часа 4-5-6, обосрался раз 5-6. Ну, короче, почти каждый час, каждые 30 минут срал. Меня порвало что-то люто. Ну, ладно. Ну, это такая... Так, просто решил вкинуть. Красава.